Первый раз здесь, на Мушуке, конечно, форум производит впечатление не просто своей глобальностью, да, количеством ребят, которые приезжают сюда не только из регионов Северного Кавказа, но и из других наших субъектов Российской Федерации. Форум впечатляет своей 9-летней историей. По историческим меркам 9 лет общая сумма грантовой поддержки, которая была выделена проектом, представленным на форуме Машук, составила почти 1 миллиард рублей.